Всем огромный привет! Очень рад быть снова с вами. И сегодня, как всегда, вот решил сделать такой небольшой влог. Я давно, кстати, планировал такой сделать и мини-влог именно моей витрины, потому что вы все прекрасно знаете, что я постоянно вам показываю, да, то, что на продажу, что не на продажу. Но не все видели мою витрину. Очень многие спрашивали, а где она у меня, и какая она, и тому подобное. Так что за это я решил показать такой вот небольшой влог витрины, чтобы вы уже сразу имели в виду, знали, какая у меня идет здесь витрина. Вот. И здесь, конечно, у меня присутствуют каталоги. Вот. В данный момент пока здесь идет Avon, Unice и Доктор Клиник. Эти те каталоги, которые можно было приобрести, да, именно как бумажной продукции, потому что остальные, да, некоторые фирмы, которые еще пока идут через электронку, и если даже и заказывать, то уже нет их смысла заказывать, потому что уже когда ты делаешь заказ, то может, ну, можно еще приобрести, но смысл, потому что у меня заказы не так часто, бывает один заказ только с одного каталога, то нет смысла его приобретать. А каталоги в данный момент сейчас не такие дешевые, как было это раньше. Так, ну и давайте, наверное, я открою дверцу, чтобы было более лучше видно. Так, пооткрываем. Ну и сразу видно, да, что у меня вот здесь идут ароматы. Также и здесь присутствует у меня декоративка. Вот. И Avon, и Unice мультибренд. Так, ну ароматы тоже видно, да, что есть и Avon, есть и Pharmacy. Также вот видите, как вот эта подставка, которую я вам показывала, так спокойно можно здесь брошки, вот у меня сережки, вот так вот таким макаром у меня лежит. Тоже вот ароматы, тоже вижу, что кто-то смотрел, вот. Правильно не поставили. Так, бижутерия. Но вот эти сережки, пока некуда было их вцепить, то я пока их так вот положил. И на этом все. Также вот это. Если тоже вы помните, я вам говорил, да, что пластмассовые мне больше нравятся подставки, потому что на пластмассовых можно поставить, ну, подцепить сережки. Здесь, к сожалению, такого нельзя. То вот сережки я подцепил, вот видно, да, что на цепочку. Так что таким макаром сережки висят. Так, ну и здесь тоже. Вот одни мышки я продал, одни остались. Кольца. Так, тоже видно, что Unice мультибренд. Видите, что у меня вот эйвонский аромат до сих пор еще стоит в продаже. Женский. Пур. Орифлейм. И с этой стороны вот эти ароматы еще тоже от Unice мультибренд. Так, здесь тоже. Это такой вот подарочный набор был новогодний. Сюда входит аромат и твердое мыло. Тоже от Unice мультибренд. Это Персив, Див. Самый, именно что интересно, самый ходовой, но он у меня еще до сих пор стоит. Даже как-то для меня это удивленно. И со второй стороны тут тоже идут вот такие вот от Pharmacy. Это идут у нас женские спреи для тела. Двух вариаций. Так, ну и с этой стороны тут Dolce & Gabbana 18 Avenue. И еще Faberlic. Остался один аромат. У меня их было три. Остался еще один. Так, и давайте покажу, что внизу. Так, внизу
Также там видно, да, что есть женские ароматы, которые тоже идут Unice мультибренд. Тоже думаю, что будут ходовые, они недорогие, но до сих пор они стоят. Так, это мужские ароматы, у меня их 4 осталось всего лишь. У меня, если вы помните, я больше приобретал, но осталось всего 4 аромата. Также, вот видите, вот эта подставка, что показывал, здесь у меня кольца. Вот. Чтобы было лучше видно, что, как, чему. Также вот здесь тоже видно, что тоже вот эти подставочки, которые я вам показывал, тоже идут на кольца. Кстати, очень хорошо. Зато сразу все видно, какие они, какой фасон. Ну, не надо рыться, не надо пересматривать каждый. Вот видите, вот это, что мне очень нравится. Вот именно вот эта пластмассовая подставка. То, что она вот тут уже немножко упала. Что именно здесь можно спокойно цеплять сережки. Это, конечно же, очень круто. Так, это кожаный кошелек. Это настоящая кожа. Так. Не хочет фокусировать. О, сережки. Вот таким макаром у меня висят часы. И также браслет на руку. Также вот подарочные упаковочки, очки, которые мне не подошли, если вы помните, что они идут более женские, чем мужские. Также там мыло. Вот. Также вот этот спрей, который я очень люблю, Unice, кондиционер несмываемый, 2 в 1. Двухфазные в том плане. Это те, что недавно я приобретал. Также интимка от Avon. Там идет детский аромат. Вот. И тут тоже идет, видно, вот так где-то будет видно, да? Идет у нас термозащита от Unice. И от Pharmacy, и кажу от Pharmacy, господи, от Unice мультибренд идет еще Bebug. Тоже двухфазный спрей для волос. Тоже кондиционер, несмываемый. Тоже, кстати, очень-очень классный. Вот. И тут тоже вот видно, да, лежит детская расческа, которую я вам показывал. Так что походу такая вот у меня витрина. Вот сейчас мы ее зафиксируем. Вот. И такая вот витрина. Кстати, я же говорю, что я очень рад, что она не пустая. Она заполнена, так что, во-первых, что большой выбор ассортимента, более интересней, более понятней, что где к чему. И когда, конечно же, клиенты приходят, то сразу не могут остановиться, чтобы не посмотреть, а что же здесь такое. Потому что действительно очень привлекает, особенно когда еще бижутерия, когда освещение, когда это все блестит, то тем более. Очень все заманивает. Так что все, мои хорошие. Спасибо огромнейшее за просмотр. Я надеюсь, было интересно. И как всегда, до новых встреч. Всем пока-пока.